Головкин распор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Компания. Ребят, всем привет, с вами снова Алекс. Итак, решилось создать рубрику «Железо», и вот новое видео. Итак, в этом видеоролике вы увидите новую плашку на 4 гигабайта DDR3 памяти, которая досталась мне абсолютно бесплатно. Дело в том, что у моего друга сломался ПК, и он мне отдал, да. Итак, плашка у нас на 4 гигабайта, производитель ADATA. И посмотрим, с кем она будет стоять. Она будет стоять с плашками на 4 гигабайта с AMD и Gold Key. Да, знаю то, что надо брать плашки от одного производителя, но железо работает, это и есть хорошо. Итак, теперь поставим их в ПК и зайдем в свойства компьютера и посмотрим, сколько есть у нас памяти. А мы видим то, что есть 12 гигабайт. Зайдем в msconfig и поставим максимум памяти, и тоже видим 12 гигабайт. Зайдем в cpu-z и тоже видим 12 гигабайт. 803,5 мегагерц, это значит умножаем на 2, того 1607 мегагерц по памяти. Вот и подошел видеоролик к концу, всем спасибо за просмотр, всем пока.